Ремонт на Некрасовском путепроводе продолжается. Уже на следующей неделе подрядчики начнут новый этап работ на другой стороне моста и перейдут на направление выезда из города. Люди обеспокоены постоянными пробками, но, по словам специалистов, они стремятся выполнить работу как можно скорее. Но ее не сделать быстрее, чем это предусматривает технологический процесс. Например, на демонтаж и восстановление бетонного покрытия, которое должно встать и затвердеть, уходят сутки. Затем крепление, монтаж резиновых швов – это еще сутки. И третий день уходит на мастику и щебень, которые также должны затвердеть. Недавно прошедшие ливни очень сильно скорректировали ремонт. На сегодняшний день половина швов приведена в порядок. Работу подрядной организации ежедневно контролируют профильные специалисты мэрии. Пока работы выполняются с опережением графика на месяц. Да, у нас по графику было 31 августа срок завершения. Думаем, что в июле месяце, к концу июля мы справимся с этой задачей. Также уже стартовали работы по ремонту прилегающего тротуара. У нас контракт заключен, да, по ремонту тротуарных блоков. Соответственно, сейчас подрядчик работает по ночам, чтобы днем максимально не сужать проезжую часть. То есть пока работы пойдутся по демонтажу барьерного ограждения, тротуарных блоков, соответственно, перильного ограждения, работы выполняются ночью. Уже когда уйдем с деформационными швами, закончим работы по устройству деформационных швов, и потребуется устройство уже обналичивания уже бетонной работы, то, соответственно, уже перейдем там уже в две смены. Контракт по обустройству тротуара предусматривает завершение всех работ в ноябре. Но в планах мэрии к 1 сентября работы по восстановлению пешеходной части завершить. Анна Дьякова, новости на 8.